Супер. Итак, сейчас я уже еду домой, вот на своем ровере. Сейчас посмотрю, что делают мои прекрасные детки. Всем привет, друзья! Вы на канале Елена Титаренко. Спасибо за подписку, спасибо за то, что поддерживаете наш канал. Сегодня понедельник, утро. Я иду немножко потренироваться. Сивулю я отвезла в школу. Но кто со мной? А со мной дома осталась Софиечка. А почему? Все потому, что Софийка простудила глазик немножко себе, да, Софинка? Он напух. Напух глазик, да. Но мы сегодня постараемся его вылечить. Если будет все хорошо, то завтра мы идем в садик. Мы его вылечим. Если нет, то мы посидим дома. Вот, так что сейчас мы идем позанимаемся немножко, а потом я поеду по делам. Так что пока оставайтесь с нами. Всем хорошего дня. Итак, у нас прошел час уже. Софиечка хочет домой. Софик, ну иди. Иди. На тренажеры? Ладно, иди покажи нашим друзьям, что ты можешь. Становись на мостик. А ну, покажи мостик свой красивый. Давай. Оп. Молодец, умничка, супер. Ах, покажи, какие у тебя мышцы накачала. Вау, ого. Силачка? Да. Ну, супер. Ножки поровней, пожалуйста. Еще ровней. Давай. Еще ровней. Добрый шпагат. Ой, супер. Коленочку тянем ровненько. Молодец, красотка. Давай. И наклоняйся вперед, по чуть-чуть тянемся, 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 тянемся. Молодец. Да. Подписчики, если что, пишите комментарии, потому что мама, я, мы силачки. Хоша, давай я тебя научу. Я маму научу, а что делать? Давай. Так. Да. Поворачивайся, да? Да. Молодец, да. Супер. Да. Супер. Танцы. Да. Я пошла. Ну вот мы и позанимались. А на улице потеплело за это время. Софи, догоняй. Всем привет. Как у вас погода, расскажите мне. У нас уже 3 дня тепло. Погодка радует. Вот, но я думаю, что это уже последние денечки тепла. Так что наслаждаемся. Впереди ждет нас, наверное, холодная зима. Кстати, как здесь зима в Польше? Расскажите мне, пожалуйста. Кто говорит, она здесь не очень снежная? Кто говорит, она здесь очень ветреная и холодная. В общем, напишите мне в комментариях, мне будет очень интересно. Вот так. А мы пошли дальше.
Ну что ж, дорогие мои друзья, я уже съездила по делам. Могу вам рассказать, где я была. А я делала себе татушку. О. Что скажете, эксперты мои? Ну, файно, так? Ну, то так. Файно. Все, я бегу домой. Посмотрю, как там мои детки, чем они занимаются. Сейчас мы посмотрим, где наши любимки. Ой, здесь темно так. Сейчас я поставлю ровер. Так. Ну, привет всем передавай скорей. Всем привет. Как твой глазик? Покажи. Немножко проходит уже, да? Угу. Супер. Сивуль, как твои дела в школе? Хорошо. Да? Что, оценки никакие сегодня не ставили? Нет, два не ставили. Ого, супер. Класс. Да, мы сейчас сели, почитаем книжечки. Заодно поучим поиски. Так, Сивуля. Какой выбираешь? Давай. Какой выбираешь? Это одинаковые? Вот не, это? Не одинаковые. Давай. Ну, супер. Вот эту? Нет, вот эту. Вот это? Да. Ну, давай будем читать. Вареники, иники, беники, иники, бац. Прочитал? Нет, давай читай. Читай, Сивуська, читай. Детективы. Очень интересно, я читала. Это книжечки такие нам давали, когда мы ходили в Макдональдс. Я читала все эти рассказы, очень интересные. Так что, давай. Пикнер. Додала мама. Что ж, друзья, на сегодня все. Всем спасибо за подписку, за то, что комментируете. Мы все ваши комментарии читаем. Передаем вам большой-большой привет. Всем хорошего вечера. Спасибо, что были с нами. И до скорых встреч. Пока! И не забывайте подписываться на наш инстаграм. Ссылка в описании. И еще у нас есть ТикТок, но это потом.